Отож, друзі, ми продовжуємо. Продовжується програма «Новий день», і я вже рада представити нам нашу гостю. У нас в гостях Марія Анатоліївна Приходько, головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунки та виплати пенсії номер 1 управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва. Вітаю вас! Добрий день! Отож, сьогодні ми поговоримо про пенсійне забезпечення громадян та основні аспекти. І хотілося б запитати, які в Україні є види пенсійних виплат в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування? За счет средств пенсионного фонда в солидарной системе назначаются такие пенсионные выплаты. То есть пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности, вследствие общего заболевания и пенсия в связи с потерей кормильца. А який необхідно мати мінімальний страховий стаж для призначення пенсії? Согласно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, зміни, які були внесені с 1 октября 2011 года минимальный размер пенсии, минимальный стаж необходимый – это 15 лет. Отож, я пропоную нашим телеглядачам зателефонувати наші гості за телефоном, який ви бачите на наших екранах, для того, щоб задати їй деякі питання, які вас хвилюють. Ну що ж, ми повернулися до нашого прямого ефіру і нагадуємо, що у нас в студії є гостя, з якою ми спілкуємося. У нас Марія Анатоліївна Приходько, головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунки та виплати пенсії номер 1 управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва. Отож, продовжуємо з вами розмову і на черзі про що хотілося б запитати, взагалі про умови призначення пенсії. Давайте расскажу более подробно по этому поводу. Итак, право на назначение пенсии по возрасту имеют граждане после достижения ими 60-летнего возраста и при наличии стажа не менее 15 лет. Ну, это касается точно так же как мужчин, так и женщин. Но у женщин с возрастом, которые родились с 1961 года и старше, есть шкала отодвижения. И вы можете ее сейчас наблюдать на экране. Так, попросим наших режиссеров зараз показать эту таблицу на экране, для того, чтобы наши телеглядачи больше наочно могли это побачити. Ну, а вы попросим вас прокомментировать. Итак, вы можете обратить внимание, что таблица появляется у вас на экране, и видно, что на сегодняшний момент уходят женщины на пенсию в 57 лет, которые родились с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958 года. Это то, что именно на сегодняшний момент. Вы можете каждый этот момент наблюдать. После того, как, смотрите, с которой уже женщины родились с 1 октября 58 по 31 марта 59 уже будут выходить на пенсию в 57 лет и 6 месяцев. И женщины, которые родились с 1 апреля 61 по 31 декабря 61 смогут идти на пенсию уже в 60 лет. Хотелось бы задать питание, какие необходимо выдать документы для призначения пенсии. Какие необходимо принести документы в пенсионный фонд для назначения пенсии? Каждый будущий пенсионер, если сейчас желает, может взять листик, ручку и записать. Отож, пропонуємо вам взяти листочок. Поки наші так глядачі беруть якийсь клаптик паперу та ручку, я хотів би запитати, що дивимося, що право на пенсію люди різного віку будуть мати. Чому збільшується цей пенсійний вік, скажімо так, і чому саме така шкала вже була встановлена? Це були змінення, внесені з 1 октября 2011 року, согласно цієї шкали, що іменно жінки, які до 61 року, будуть уходити постепенно з відстояння віку. А женщины, которые уже возрастом старше 61 года, младше, извините, 61 года, те уже будут уходить после 60 лет. А для чоловіків які зміни є? Тому що я ж чоловіки, я ж про нас також хвилююся. Для мужчин изменений нет, так что на сегодняшний момент. Итак, давайте расскажу по поводу, какие документы. Для того, чтобы назначить пенсию, для этого надо принести с собой паспорт, идентификационный код, оригинал и копию. Дальше документ, который подтверждает страховой стаж. Это трудовая книжка, оригинал и копия. Свидетельство о браке, оригинал и копия. Свидетельство о рождении детей, оригинал и копия. Документ о дневном обучении, про среднеспециальное или высшее образование. Обращу еще раз внимание именно о дневном обучении. И свидетельство, дальше идет военный билет, это касается, ну, в большей мере, конечно же, мужчин, которые служили в армии. Также при себе необходимо иметь справку про помесячную заработную плату за любые 60 календарных месяцев работы до июля 2000 года.
и фотокарточка величиной 4×6 для изготовления пластикового пенсионного удостоверения. То есть, по сути, треба все эти документы и по одній копии, так? Кожного документу. Да, по одной копии каждого. Еще такое запитание возникло по ходу вашего, скажем так, комментария. Чому саме денна форма освіти? Потому что только дневное обучение добавляется в стаж. Ни заочное, ни вечернее обучение в стаж не идет. Угу. Зрозуміло. Тобто те, про що розповідають в університетах, що потім ці роки підуть в стаж, це правда, так? Все ж таки додається на сьогоднішній день також. Для пенсіонерів, які йдуть на пенсію час, так, да, воно йде в стаж, дневне обучення. Хотілося б запитати за ці 60 календарних місяців, тобто це можуть бути будь-які 60 календарних місяців, які обирає людина відносно її заробітної плати. Це йдуть любі 60 календарних місяців подряд, тільки лише до июля 2000 року. Вся зарплата с июля 2000 года есть отчисление в пенсионном фонде, поэтому ее предоставлять нет необходимости. Угу. Я зрозумів. Тобто для підтвердження, просто для доповнення бази, скажімо так. Да. Зрозуміло. Отож, ще... Нам, як молодим людям, які тільки думають про пенсію, які ще... Ось я вже задумувався, тільки ще на перебивках, яку пенсію він може отримати, коли він може піти вже на пенсію, він на це отримав. А ось нам цікаво, чи можемо ми зараз вже керувати своїм пенсійним забезпеченням, дивитися на свої рахунки, чи нараховується, чи не нараховується в нас пенсія. Да, для цього зараз з'явилася дуже цікава страничка в пенсійному фонді. Любой человек, будь то пенсионер, будь то молодой специалист, он может зарегистрироваться на веб-портале. Если не трудно, пожалуйста, покажите. Так, зараз попросимо наших режисерів показати фотоскрін цієї сторінки в соціальній мережі. Вот это веб-портал. Смотрите, мы приглашаем всех граждан зарегистрироваться на бесплатном электронном ресурсе веб-портала Пенсионного фонда Украины. С помощью интернета вы имеете возможность, не выходя из дома, решить любые вопросы пенсионного обеспечения с минимальным затратом времени, средств и сил. И постоянно контролировать данные, которые влияют на размер пенсии сегодня или в будущем. Угу. Плюс ко всему, там есть еще такие удобные моменты. Что вы можете, например, для пенсионеров, которые сейчас уже зарегистрируются на веб-портале, что они там могут увидеть? В первую очередь, они могут увидеть свой размер пенсии. Когда им приходить в следующий раз за перерасчетом? Они могут при этом, если, допустим, это работающий пенсионер, они смогут точно так же увидеть, когда им, какие отчисления за них идут, в каком они идут размере. Если это касается молодых людей, они точно так же могут увидеть, идут ли за них отчисления в пенсионный фонд. Если идут, то в каком размере. А я пропоную зараз так, дзвіночок у студію. Давайте послухаємо, хто ж до нас дозвонився. Доброго ранку, ми вас вітаємо. На пенсію 45 лет, так, по гарячій сітці. Коли мені исполнится 57 лет, переоформлять я могу пенсію? У вас пенсія, так понимаю, по списку один? Да. Нет, вы уже назначили пенсию по возрасту, вы просто воспользовались правом уйти на нее раньше. Но вы уже получаете пенсию по возрасту. Значит, не надо переформировать. Нет. Спасибо. Дякуємо вам за дзвіночок. Ну що ж, про портал також. Тобто, по суті, зараз молоді люди також можуть зареєструватися і контролювати за тим, чи людина, яка наймає їх на роботу, виплачує все в пенсійний фонд, скажімо так, чи буде потім зарплати, чи йде цей стаж, по суті, Ви абсолютно вірно говорите. Іменно вот этот веб-портал – это очень удобный ресурс, что для этого не надо лишний раз ходить в пенсионный фонд, просить специалистов, чтобы им сделали распечатку, идут ли за них отчисления или нет. Им достаточно всего лишь зарегистрироваться на веб-портале, и зайти в любой момент в интернет дома на страничку и посмотреть, идут за них отчисления или нет. Мы маем еще один звеночек. Отож, слухаем. Доброго ранку, витаем у вас. Ваше запитание. Доброго ранку. Я бы хотела уточнить. Вот если я работаю неофициально оформлена, как я буду получать пенсию? Я неофициально оформлена, вот, работаю так просто. А если прийде мне возраст 60 років, как я могу идти на пенсию без трудового стажа? Можно идти на пенсию? Если вы вначале смотрели нашу передачу, то я сказала, для того, чтобы оформиться на пенсию, надо иметь как минимум 15 лет стажа. Если у вас есть 15 лет стажа, тогда вы имеете право оформлять пенсию. А якщо немає 15 років, тобто навіть немає якоїсь мінімальної чи там соціальної пенсії? Это мы преимущественно говорим о пенсии по возрасту. Если, допустим, это касается пенсии по инвалидности или по потере кормильца, то там идет шкала отодвижения. Там согласно возрасту, там идет чуть меньшее количество стажа. Если, допустим, нет 15 лет стажа, в этом случае пенсия будет назначена
соціальній защиті при досягненні 63-річного віку. А якщо людина не працює, але хоче сплачувати щомісяця внески у пенсійний фонд, чи може вона після цього отримувати пенсію? Да, для этого заключается договор с налоговой, и ежемесячно человек, желающий перечислять за себя деньги в пенсионный фонд, может ежемесячно делать перечисления, таким образом будет идти стаж. Угу. Тобто в вашому випадку, якщо працюєте неофіційно, то це можливо зробити. Да, это возможно. Еще такой момент, я хотела бы рассказать, что надо сделать для того, чтобы зарегистрироваться на веб-портале. Так, пропонуємо для наших телезрителей. Для этого необходимо обратиться в управление пенсионного фонда Заводского района города Николаева, если вы, конечно, по Заводскому району. Если вы по другому району, то в пенсионный фонд своего района. По Заводскому району мы находимся по адресу проспект Октябрьский, 55Е. Вам необходимо обратиться в 308 кабинет, который находится на третьем этаже. При себе при этом надо иметь паспорт, оригинал и идентификационный код в наличии. А попросимо також вивести контактний номер телефону на екрани, для того, щоб наші телеглядачі, зацікавлені в цих питаннях, могли записати його, та якщо виникнуть запитання, могли звернутися до спеціалістів за допомогою. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нас, розповіли про, скажімо так, вдовольнили і наші, наш попит, як тому молодого покоління. Тому що думати про пенсії ніколи не рано, ніколи не пізно. З удовольствием, пожалуйста, приглашайте, будемо далі вам все розказувати. Дякуємо вам. Дякуємо вам.